дамы и господа, мы начинаем биржевой турнир. Все, что раньше творилось в ямах, на биржевых торгах, все эмоции, которые захлестывали и били через край, вы сегодня это сможете увидеть в реале. Участники биржевого турнира. Дмитрий Черемушкин, город Москва, 25 лет. Опыт торговли на фондовом рынке 6 лет. Латифуллин Тимир, город Казань, 25 лет. На фондовом рынке с октября 2010 года. Константин Заяц, город Орск, Оренбургская область, 24 года. Опыт торговли на фондовом рынке 2 года. Андрей Перец, город Псков, 29 лет. Опыт торговли на фондовом рынке 11 лет. Виктор Гайдук, город Краснодар, 31 год. На фондовом рынке с июня 2006 года. Олег Кензе, Москва, Зеленоград, 45 лет. Опыт торговли на фондовом рынке 6 лет. Евгений Белоусов, Москва, 21 год. Работает на фондовом рынке с 16 лет. Ведущий биржевого турнира. Директор ООО «Школы трейдинга АЛАП» Дмитрий Бондарь. И управляющий партнер United Traders Анатолий Радченко. Всем привет, господа. Мы очень рады приветствовать вас на нашем мероприятии. Зрелище будет очень интересным. Ребята будут стараться, торгуют они, скажем, в такой обстановке первый раз. Мы пригласили сюда 7 человек, 7 очень хороших, известных трейдеров. Лучших. И они будут торговать 2 часа. У каждого из них в распоряжении есть 200 тысяч рублей. То есть все просто, все честно. Ну, 5 часов, начало. Только на графике. Вот я сейчас вижу о том, что первые сделки сделаны. И в настоящий момент первые деньги заработал Андрей Берег. Обычно традиционно в такие дни, когда Россия торгуется, а Америка, Европа нет, сегодня эти рынки закрыли на пасхальные праздники, традиционно мы стоим без движения. Собственно говоря, это и было целый день. Статистика в 16.30 вышла по безработице в США. Количество вновь созданных рабочих мест, 120 тысяч, по-моему, да, ожидалось там 200 с лишним. Андрей, по-моему, нужно от вас пару слов на простом языке. Что же сегодня ждет, ребят? Трындец ждет. Значит, я тут немножко с утра поиграл, уже проиграл 0,7%, решил больше не играть, приехать к вам. Я, честно говоря, никакого мега-обвала не жду, и у меня четкая надежда, что по итогам дня мы закрепимся на уровне 1470 по индексу МВБ. Друзья, итак, почти все присутствующие трейдеры являются представителями такого стиля торговли, как скальпинг. Некоторые уже успели сделать более 25 сделок. Вот, допустим, Дмитрий Черемушкин, он здесь абсолютный лидер, 26 сделок. И минус 9 рублей дохода, поэтому, да, аплодисменты отчасти авансом выданы. Какая все-таки, наверное, минимальная сумма должна быть для входа, да, тот начальный барьер, который будет и не критичен, может быть, да, но и в то же время оптимален для того, чтобы заняться вот этим скальпингом, да, да, торговлей? Минимальная сумма должна хватать на стоимость одного контракта, того инструмента, которым вы торгуете. Я советую всем начинать с минимальной суммы. Наша биржа очень демократическая. Я сам начинал с 15 тысяч рублей. Поэтому, в принципе, до 1000 долларов вполне хватит для того, чтобы попробовать свои силы на любых инструментах срочного рынка. Господа, видимо, ставки уже увеличиваются. Обратим внимание на таблицу наших участников. Явными аутсайдерами являются Евгений Белоусов и Литфулин Тимур. Вернец Андрей также удерживает первые позиции. Ему на пятки наступает Гайдук Виктор. Ну и недалеко где-то находится Черемушкин Дмитрий, который просто дышит уже в спину.
Здравствуйте. Какими инструментами лучше спекулировать на нашем рынке? На МВП и на партии? Голубыми чипсами. Любыми чипсами, да? Он имел в виду голубые фишки, да? Самые ликвидные и самые большие компании. Фьючерс на рубль-доллар, вещь довольно-таки неплохая. Ну, немножко «Газпром». Лидер по количеству сделок Черемушкин Дмитрий, 54, 25 Берецовнитов, делает в два раза меньше сделок и зарабатывает в два раза больше. Отличная эффективность, поаплодируем ему! Дмитрий, у меня к тебе вопрос по поводу большого количества сделок, да? Вот как у тебя сейчас обстоит дело с комиссионными? Вот насколько на них нужно обращать внимание, и можно ли торговать вот так часто и так активно, как ты? Вы видите, у меня 54 контракта открыто, поэтому если я кинул их по рынку, то у меня просто могло открыться в моменте там 20 сделок. Поэтому 54 это не количество сделок, а сделок у меня штук 12. А еще хотелось бы задать, чтобы вы задали вопрос, да, от телезрителей трейдеров, и причем хотелось бы, чтобы задала его девушка. Скажите, пожалуйста, как побороть свой страх, чтобы получить свой финансовый грааль? Я хотел бы, чтобы девушка вспомнила свое детство и вспомнила, когда она училась велосипедной, ну, катанию на велосипеде. Ты что делала? Ты садилась на него и ехала? Ты не учила же теорию велосипедной езды не учила? Институт не заканчивал по теории велосипедной езды? Не было такого? Нет, такого не было. Сама каталась? Сама. Вот молодец. То же самое и здесь. Один в один. Тут был вопрос о поводу того, что делать, как торговать, чтобы было не страшно. Не страшно тогда, когда та сумма, которую вы торгуете, она не критична, вы торгуете без плеча, она не критична к вашему счету. Поэтому вы когда потеряете процент от этого счета без плеча, это ничего. А когда вы возьмете этот процент с десятым плечом, то это уже 10%, это критично для вашего счета. Поэтому торгуйте без плечей, и будет вам счастье. Так, за полчаса Андрей Берет заработал 2700, он сейчас по-прежнему возглавляет нашу гонку. На втором месте Гайдук Виктор, у него 2380. И на третьем месте Черемушкин Дмитрий, у него 1500. Да, пока я смотрел, все снова изменилось. Итак, тройка лидеров у нас неизменна. Мужчины, может вы что-то расскажете о том, какие же качества вы в себе цените, вот считаете, что вот именно из-за них вы зарабатываете? На рынке... Я думаю, с этим все ребята согласятся. Самое главное – это дисциплина. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какие самые главные качества должны быть у трейдера? Ну, дисциплина – это, безусловно, 100%, но еще добавил бы, что стойкость, дисциплина без гибкости – сомнительное достоинство. Вы должны быть объективным по отношению к самому себе, принимать себя таким, какого есть, и работать постоянно над ошибками. То есть гибкость должна быть. Для новичков и по себе знаю, ребят, это боевой дух. Что касается качеств? Вот что, допустим, вас, как успешного трейдера, отличает вот от тех, вот у кого не получилось, ну, что-то? Я думаю, здесь психологическая устойчивость – это основное. То есть нужно уметь закрыть убыточную позицию и дать возможности прибыли течь. К вопросу, давайте поговорим о программном обеспечении. Каким софтом пользуются наши участники и, в принципе, достаточно ли для того, чтобы зарабатывать одного брокерского терминала? Представим, что больше ничего нету. Я приехал с программой Tomahawk Trade, которая работает через шлюз, но я не смог ее настроить здесь, и поэтому я вспомнил опыт свой, который был лет 7 назад, и начал торговать на квике. Я сейчас торгую, все сделки совершаю на квике. Вопрос, который интересует не только аналитиков, а всех здесь. А вот роль интуиции, да, и как, вообще можно ли развить интуицию? И как ребята развивают интуицию? Вот это меня очень интересует. Ну что такое интуиция? Это, ну, наверное, все-таки опыт, да, который у тебя скапливается из торгов. А на интуицию надо заработать, правильно ведь? То есть, по сути, это опыт. А опыт накладывается только после того, как ты совершаешь сделки. То есть, опять же, теория велосипедной езды. Постоянная работа, обратная связь. Сам раньше занимался спортом, да, и есть такая в спорте тоже вещь. Полупрофессионал, да, это тот человек, который занимается спортом, но не достиг карьеры. Да, профессионал – это тот, который достигает карьеры, встает на пьедестал, это его жизнь. Так вот, тренер мой сказал одну такую вещь. Между, говорит, полупрофессионалом и профессионалом есть, говорит, тонкая грань, говорит, это удача. Интуиция есть, но он не основной все равно, не основная переграни. Что у нас там с результатами, Анатолий? Сейчас посмотрим. Перец Андрей 3400, Черемушкин Дмитрий 1300, Гайдук Виктор 1200. Четвертое место Заяц Константин 880.
Пятое место Евгений Белоусов, 170. Шестое место Генза Олег, минус 200. И замыкает, соответственно, нашу таблицу Лайтфулин Тимур, минус 1300. Можно ли максимально эффективно все рабочее время торговать, да? Рынок работает там с 10 до 7 часов вечера, плюс еще есть вечерняя сессия. Возможно ли с утра заниматься скальпингом до вечера, не знаю, с перерывами на обед? Человек в том-то все и дело отличается от робота именно тем, что он человек. Всегда нужно делать перерывы, всегда нужно делать моменты для отдыха. Я всегда понимаю, что сейчас как бы работает, что не работает, общение с трейдерами, наблюдаю ошибки других людей, помогаю им тоже, ну и в первую очередь само себе. Но самое главное — это дисциплина. Что надо вставать, ехать, у меня там два там интернет-канала, четыре монитора, и дома я даже не хочу этого делать. Дома для отдыха, а работа для работы. Я торгую в офисе, потому что солидарен с Андреем, а дома дисциплина не та, у меня тоже страдает дисциплина. Большая часть людей в интернете считают, что победит сегодня, а осталось всего полчаса торгов. Победит сегодня Андрей Берет. Аплодируем ему! Однако, турнирная группа лидеров выглядит таким образом. Андрей возглавляет ее, тренер особо его настоящий. Погоди! Еще полчаса! Что? Я говорю, погоди, еще полчаса. Вот товарищ, который кричит больше всех, погоди, у него 2900. Константин пытается догнать Андрея. И третье место у Дмитрия Черемушкина, у него 2500. Вот это, собственно, группа лидеров. А давайте спросим, все привыкли получать месячную зарплату, вот сколько у каждого из участников личный рекорд? Вот кто в месяц сколько заработал в самый лучший месяц своей жизни? Ну, трейдерская, я имею в виду. Самым хорошим в этом плане был август этого года. Была очень хорошая волатильность на рынке. Рынок летал бешено, дико, в разные стороны. И было два своеобразных рекорда для меня. Первый – это если считать в пунктах, то если говорить о пунктах, то получилось заработать около 15 тысяч пунктов за один день. Если говорить в рублях, то это был день 209 тысяч за день. То есть вот это два моих рекорда, которые пока я не перебил, но, надеюсь, в ближайшие месяцы я это сделаю. Серьезные цифры. По-моему, было в районе, вот немного, 80 тысяч за день. Там, притом не за день, а там за пару минут буквально. Правильные позиции, ну, около 600 тысяч в месяц. 600, значит, стабильность – признак мастерства. За день 1,3, за месяц 4,5. Чем торгует Андрей Берец? С какими инструментами? На индекс РТС. Рим сейчас. Да. Раньше «Газпром», фьючерс на гнило и «Рау ЕС». Ну, самый ликвидный. Итак, последние минуты у нас четко определилось три человека, которые разыграют победу. Андрей Берец, у него сейчас 3900. Заяц Константин, у него 3000. И Дмитрий Черемушкин, у него 2400. Буквально последние две свечи, две пятиминутки решать, кто же в итоге станет победителем. Сейчас они принимают очень важное решение. Можно поступить двумя путями. Путь первый – ничего не делать и подержать. Путь второй – рискнуть и либо заработать, либо вылететь. Да, как вот бы ты сделал, Дмитрий? Я даже не могу сказать. А я бы бабахнул. Ну что, ребята, кто готов к первому месту? Интернет думает, что по-прежнему Андрей – фаворит интернета. Андрей. Самое большое количество поклонников у него. Латифулин Тимир на втором месте. Это что происходит у нас? Ого! 2900 и второе место Латифулин Тимир. С седьмого на второе. Гайдут Виктор 2900, третье. Константин 2800, четвертое. Дмитрий 2700, пятое. Вся пятерка пытается догнать Андрея. Четверка, вернее. На первом месте Андрей. Его отрыв увеличивается. 3700. 2300 Дмитрий, 2300 Тимир, 2300 Виктор. На пятом месте 2100 Константин. Последние 3 минуты осталось. Ну хотя бы за второе место борьба любой может стать. Давайте, ребята, похлопаем. Что же нас ждет в конце? Первое Андрей, второе Дмитрий, третье Заяц Константин, четвертое Виктор, Тимир пятое. Где Улын? Мы ждем от кого-то Улына. Кто-то должен пойти, кто-то должен поставить на карту все. Ну что, Андрей, уже можно к тебе ближе подходить, тебе нужно просто ничего не делать. Итак. Чувствуете, да, запахло жареным, пошел дым. 12 секунд осталось. Меньше 10 секунд, меньше 5. Опа! Итак, стоп! Итак, третье место, Заяц Константин.
Поаплодируем ему! Казань! 1876 рублей! Второе место! Черемушкин Дмитрий! 2600 рублей! И первое место! С результатом 3900 рублей! Берец Андрей, ветеран! Андрей, где ты? А вот он! Для награждения наших победителей мы передаем слово Михаилу Иванову и Евгению Сердюкову, фондовая биржа. Поаплодируем им! РТС. Мужики, ну круто! Ура! Героям! Третье место господину Зайцу! Второе место Дмитрий Черемушкин. И первое место